куриное мясо. Засыпаем смесью черного молотого перчика, соли, орегано и сухого чеснока. Или можно добавить свежий чеснок. И обильно поливаем маслом. Смазываем маслом. И часа на 2, а то и на 3 в холодильник. А затем мы будем это мясо запекать в духовке. Причем нужно делать это не в упаковке, а на противне. Делаем надрезы кожицы и кладем туда кусочки лука. Обкладываем тоненькими ломтиками айвы и прикрываем фольгой. Выпекаем при температуре 170 градусов около 40 минут. Вот она, наша курочка с луком скворчит и дымится. Какой запах лука идет. Выкладываем мясо на блюдо. Немножечко соевого соуса, помидорчики. И можно добавить фруктовую нотку. Вот много сока кровавого мандарина. Он не сладкий, а кисленький. Поэтому будет очень неплохо. Приятного аппетита!